Всем привет! Начало этапа подготовки кузова к покраске. Я вам сейчас покажу состояние капота и кузова в круг с местами коррозии. Также пороги. Все посмотрим отдельно. Полностью весь кузов. То есть, в принципе, по состоянию видно, что капот не ржавый. Но есть места сколов камней. Здесь вот до металла, здесь до металла, здесь до металла. Это все. Здесь прилетели камни. Также здесь, здесь немного. В целом состояние капота такое. Давайте посмотрим по кузову машины. Сам кузов подготовлен сейчас вот таким вот образом. Так, по порогам. Пороги здесь зачищались. Максимально удалялась ржавчина, но впоследствии это будет многократно очищаться до голого металла. То есть коррозия будет убираться с данного кузова автомобиля. Снизу порогов состояние вот такое. Показываю. Заднее крыло. Здесь видно, что места вот коррозии здесь были. Здесь вот немного. Но вот это вот крыло в целом, оно нормальное. Под фонарем. И дальше под задним бампером. Здесь вот видно места коррозии, вот эти вот точки все. Здесь еще краска не снималась. Это задний правый фонарь. Здесь видно состояние. По заднему правому крылу, а также личку бензобака, смотрите, вот здесь вот место, где камень попал. Здесь вот коррозия. Крючок бензобака. Здесь вот коррозия еще не убрана. Вот эта вот часть крыла. Здесь коррозия еще не убрана. То есть я вам сейчас покажу правую сторону. Общий вид вот такой сейчас. Так, верхняя часть порога. Так, тут еще с мусором песок. Ну и сразу нижнюю часть порога. То есть вы представляете, в каком состоянии кузов этой машины и объем работ. Показываю переднюю левую часть крыла снизу. Смотрите состояние. Дырка видна. То есть видно, где места коррозии. Вот здесь порог был мятый. Здесь с поттером все выравнивалось. Здесь, где сгиб металлов, здесь убран герметик и все очищено до металла. Так, вот здесь передняя часть крыла вот в таком состоянии. Здесь коррозия вот видно. По правому крылу вот так вот показываю. То есть видно, здесь коррозия, здесь вот дырка видна. Порог вот в таком состоянии. То есть все вот это вот вычищено, герметика, то есть видно. Но местами здесь коррозия еще есть, надо будет убрать. В процессе работы это все будет убрано. В задней части крепления глушителя
Вот здесь, смотрите, места вот такие вот коррозии. То есть сильно здесь проржавело, но здесь металл хороший, то есть толстый. Ну и само вот это вот днище машины, где запасное колесо. И с другой стороны переходим. Крепление оглушителя. Отлично. Тоже вот это вот ржавчина. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.